Здесь лопасти. Вот это за 60 тысяч, здесь все готово, да? Все полностью готовое решение. 4К запись идет. А сколько она летает? 2,5 километра дальность. Летает где-то в пределах 27 минут. Есть GPS-датчики, есть точка возврат домой, запоминается. То есть откуда он взлетел, он запоминает и летит уже, когда садится, начинает садиться батарея. Нажимаете на пульте кнопку «Возврат домой», и он возвращается оттуда, откуда вы взлетели. То есть он помнит, где путь стоит. Но если он не упадет? Он не упадет, он подаст звуковой сигнал, что садится батарея, пора возвращаться. И вы можете нажать кнопку «Домой», она автоматически вернется. Плюс, если, допустим, садится пульт, то коптер тоже автоматически уже возвращается, потому что нет сигнала от пульта, и он где последний раз где пульт, туда он возвращается. То есть потерять такую штуку, ну... А еще раз можно вот этот взять? Знатный глупец, скажем так, может его потерять. Космо? Да. Он, конечно, меня больше заинтересовал. Стендикам хорошая вещь именно в том плане, что... Можно его еще покрутить, его поработать, как он работает? Путешествуйте, если вы двигаетесь куда-то, ездите. Да. Активируйте. Вот плавность, она, конечно, мне понравилась у него. А покажите, если как он работает. Видео, да. Вот, да. Сейчас я на вас зафиксирую. И все. И он видит эту точку. Он именно эту точку. Потому что я ваше лицо, мне надо было подключаться через программу. Да. А так я вот точку зафиксировал. Да. Позицию. Вот, например. Все. И вот. Он разворачивает. Круто. Да, объем памяти какой-то, да? Все ставится флешка. Флеш-карта обычная microSD. Плюс в комплекте идет 32 гига, но большинство ставит за 64 гига, там и больше, чтобы дольше хватало памяти. 40 тысяч, да? Да. 4К видеозапись можно меньше делать, Full HD, HD, то есть здесь уже от настроек, какие вы качества видеозаписи в программе поставите, то и будет. Большинство снимает Full HD, можно снимать 4К, но 4К занимает большой памяти. Ну, в смысле, много памяти. Звук записывается. А что у него в комплекте еще? Сама Osmo, зарядка, один аккумулятор в комплекте у него вот здесь вот. И чехол. Ну, вы говорили про гарантию какую-то там, да? Да. Мы являемся официальным представителем компании DJI. То есть вы можете в любой момент зайти на официальный сайт DJI, ввести C11 компанию, и мы там высветимся. То есть вся официальная гарантия, все сервисное обслуживание, все идет через официального производителя. Классная штука. То есть в этом плане никаких сложностей там,